Визитор! Червяк Евгений снова здесь! Я уже был червяком в летнем лагере. Устроил ночную резню. Бедных котиков даже всех убил. Я успел даже вернуться и съесть скунса. Короче, я прошел все части этого визитора-червяка-пришельца, но не прошел самую первую. То, с чего началось путешествие червяка-пришельца. Это самая первая игра про пришельца. И ты посмотри, какой я маленький. Я вообще какой-то... Что это? Я какой-то моллюск тут вообще, я даже не красный. Я прилетел в какое-то озеро. Я вижу птицу. Курлык, курлык. Я вижу лягушку. Ква. А если в этой игре я кого-то вижу, значит совсем скоро я его уже не увижу, потому что я его съем. Жалко. Что я тут вообще могу сделать? Я могу взять удочку, не знаю, зачем мне удочка. Раба такая говорит, ну ты чё, ну не мешай, ты видишь, я сплю, я вообще занята тут. Где тут я вообще? Дайте мне вылезти из этого метеорита сраного, может мне птицу нужно съесть? А ну птица, давай, падай, падла. А жабе вообще насрать, походу. Эй, я тут деревяху уронил, ты... Это... Ты посмотри, какой я маленький, это реально был я, это все это время был я? Это же червячок-младенец, ты посмотри, какой я вообще... Ой. Но зато мы теперь узнали, как я вот стал таким вот красивым, красненьким. Теперь я уже узнаю себя. Ну, в принципе, все, можно пойти и съесть птицу. Почему? Почему не могу ее съесть? А ну, падай, падла. А я могу залезть в это дупло? А, это птица туда полетела? Я за птицу, что ли, играю? Или почему птица-то туда полетела? Ну, ага. Я уронил бревно, и это бревно свалилось на эту палку. А что мне с этой палкой теперь делать? Может быть, теперь я смогу взять удочку? Ага, ты посмотри, я эту удочку положил на бревно, и типа теперь будем рыбачить. И кого-то мы вытащим. Я понял, мы сейчас вытащим какую-то рыбу, схаваем ее, и мы научимся плавать. Потому что я получаю способности того, кого съедаю. То есть я съел жабу, и теперь я, по идее, могу прыгать. А вот если я съем рыбу, я, наверное, смогу плавать. Что-то у нас никто не ловится, не понял? Нам нужна приманка! Подожди, по-моему, когда рыбачат, как раз-таки в качестве приманки используют червяков. Я не хочу быть приманкой, ну, в принципе, ради дела. Так уж и быть, я готов стать приманкой, зацепите меня. А, подожди, смотри, вон рыба плывет. Она куда-то сюда приплыла. Все, мы ловим рыбу, давай, давай. Она уплыла. Давай-ка возвращайся, сраная рыба, сюда иди. Все, смотри, теперь я становлюсь приманкой. А, я не приманкой? А, я типа на удочку сел, чтобы было проще достать. Я по... Или нет, или что? Что происходит? Ой. Я куда-то улетел. Блин, опять кот, нет. Ну почему опять в этой игре мне нужно есть котов? Я в прошлой серии трех котов съел. Что этому пришельцу? А, подожди, так это же предыстория. За всю свою историю червяк-пришелец съел 4 кота. Это просто ужас. Ну хотя еще не факт, что я его съем. Но как я уже говорил, всех, кого мы с тобой видим, мне приходится в итоге съедать. Ты шо, падла? Может тебе яблочко дать, котик? Ой, это я съел яблочко. Видимо, не очень вкусное яблочко оказалось. Ага, смотри, наш котик теперь начал играться с пауком. То есть мы его отвлекли и можем спокойно залезть в дом? Нет, я не могу залезть в дом, почему? Давай, открывай его, ну не уйду. Я уже думал, мы сейчас спокойненько зайдем в дом и не будем убивать кота. Видимо, нам все-таки придется его сожрать. Нет, я не могу его так сожрать, но я хочу его съесть. А, падла, ты что творишь? Может, нам нужно паука натравить на этого кота? Что за жижа здесь на окне висит? Может, нам нужно как-то с этой жижей повзаимодействовать? Я тут, блин, на все потыкаю. Нет, 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 подожди, сюда нам точно не нужно было. Я могу вернуться обратно, допустим, к окну? Я могу сюда залезть как-то? На окно я залезть не могу. С пауком я ничего сделать не могу. С дверью я то... А, не понял, подожди, Куда я залез? Я все пропустил, куда я делся? Что это за вентили? Так, смотри, белый вентиль. Ага, белый вентиль у нас активирует все сразу же дырки. Ага, красный вентиль нас маленько подбросил. Синий вентиль, ну все, я наверху. Все, я могу вылезти? Как я сюда вылезти? Куда меня вообще засунули? Выпустите меня отсюда, давайте, вытащите меня. Я провалился в какую-то нахрен канализацию. Или что это вообще такое? Зачем я сюда залез? Я ни хрена не понимаю. Красный вентиль делает побольше, синий еще побольше и желтый больше всего. А мне-то куда нужно залезть? Да прыгать мне, я не понимаю. Вот сюда. А, все, ну я так и делал. Я же так и нажимал. Тут кошачья жопа. Нет, 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 пожалуйста. Только не говорите мне, что мне в эту жопу нужно залезть. Может, мне паука все-таки туда нужно. Я еще и мяукнул. Я же теперь получил способности кота, и теперь я мяукаю. А что с пауком? Вообще ничего не надо делать. То есть паука мы в живых оставляем, а кота... Коту я залез в жопу и убил. Ну ладно, хорошо. Я в принципе не против. Опа, я залез в дом, и тут у нас какая-то очередная бабуся. Я уже в прошлой серии убил одну бабусю.
Так что у меня уже есть опыт. Ты постреля. У этой бабуси и собака, и кот в доме. Это жестко. Давай посмотрим, что у нас в ящиках. Ага, ты посмотри, что. Тебя вообще ничего не смущает, что ящики сами по себе открываются? Вообще пофигу. Какой-то переключатель вообще. Я не знаю, для чего это нужно. Окей, а если я попробую, допустим, вытащить блендер из розетки, можно? Нет? Или, допустим, апельсин взять? Ага, апельсин падает на блендер. То есть я открываю блендер, закидываю апельсин. Можно еще, в принципе, закинуть, чтобы побольше было апельсинов. Все, больше апельсинов не надо. Окей, апельсинов больше не надо, но что-то по-любому еще нужно. Ага, все, я включил блендер. Я понял, когда мы с тобой включаем блендер, наша бабуся отвлекается. Только нам нужно вот так вот открыть его. Все, замечательно, теперь я могу достать ножик. Отлично, блин, я не успела. Что с этим ножиком сделать? А если попробовать на эту штуку потыкать, например? Тыкаю, 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 тыкаю. На ножик я уже тыкал, с ножиком вообще ничего. На эту штуку тоже, а может сюда куда-то? Реально, я включил воду, все, она сейчас подскользнется. Нужно нож, нож, ножом на нее тыкнуть, да? Я правильно понял, нет? Ох, становится интересно. Окей, кидаю апельсин, включаю блендер, открываю. Включаю теперь водичку. Ну включайся, пожалуйста, водичка. Все, теперь берем ножик, почему я не могу взять ножик? Открываю крышку, закидываю апельсин. Включаю блендер, открываю крышку. Открываю ящик и открываю ножик. Ага, все. А, я все, я понял, я понял, я понял. Я забыл воду разлить. Короче, я сейчас разолью воду, а она на этой воде подскользнется и упадет и прямо ударится об ножик. Главное все успеть сделать. Включаем водичку, открываем ящик, достаем ножик и... Бедная бабуся. А что, собаки вообще по барабану? Я тут хозяйку ее убил. Что это за хрень, я не понимаю. А, погоди, это типа вытяжка. Этой штукой контролируем вентилятор. Все, ты посмотри, я настолько сильно его включил, что эту крышку просто смело. А я могу теперь сюда залезть? О, я запрыгнул на тумбочку. Наверное, теперь я смогу проползти куда-нибудь. Куда я могу дальше куда-нибудь проползти? Допустим, сюда. Ага, погоди, мы залезли теперь на холодильник. О, все, я пробрался в следующую комнату. Правда, на собаку мы почему-то вообще болт забили. Ну ладно, у нас тут еще две новые жертвы, которые спят. В принципе, можно просто их спокойно убить. Погоди, а где я? А, я вот тут. Выбиваем крышку вентиляции. Надеюсь, что они не услышат. Блин, прикольно было, если бы сейчас эта фигня упала на аквариум. Капец, у них в аквариуме пиранья сидит, ты посмотри. Она нас по-любому убьет, если мы что-то сделаем не так. Окей, птица улетела. Может, нам нужно птицу как-то запустить к пиранье? Ой-ой-ой, нет! А, я убил? Я убил пиранью, я думал, что она меня убьет. Окей, мы с тобой выползли, и тут упал корм для птицы. Я могу съесть корм для птиц? Птица не хочет сюда лететь, потому что тут сижу я. То есть, соответственно, она понимает, что я опасный, и она сюда не летит. Но может, я куда-то смогу отойти, и тогда она сюда прилетит? Ага, все, я спрятался. Все, хана тебе, птица, падла, говно. Сюда иди. Чисто выплюнул эти перья. Мы немножечко перекусили птицей, и теперь мы наконец-то... Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, как я эволюционировал. Теперь я могу летать. Но только не говорите мне, что я сейчас к нему в рот. Бедный чувак, он просто спал, ты посмотри. Его дружок в шоке. Почему ты до сих пор лежишь? Беги, беги, пока я тебе разрешаю. Я что, я реально разрешаю ему убежать? Я куда-то спрыгнул, это вот я сижу? Это я? Капец, я страшный. Ладно, чувак, тебе, в принципе, уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще один друган был. Что это за дом, в котором живут три пацана? Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто всех убил и улетел, серьезно? Все, это конец? Ты посмотри, это я вот таким вот маленьким вообще моллюском был, и в кого я превратился? Это какой-то трэш. Знаешь, что я заметил? Мы с тобой пощадили собаку. Понял, что это значит? Червяк-пришелец когда-то был добрым, он даже мог пощадить собаку, но потом его понесло, и он вообще решил... Он решил убить нахрен вообще всех. Подожди, а я могу переиграть эту сцену? Я хочу еще раз переиграть эту последнюю сцену. Может, надо на зеркало потыкать, на розетку, куда-нибудь, куда-нибудь надо потыкать. Ну сюда, давай. Может, типа сюда тыкнуть? И чё? Чё? Я его не убил? Я просто улетел и его не... В каждом моем видео про червяка-пришельца страдают котики. Это так и не должно быть, осуждаю. Обязательно прямо сейчас поставь лайк, а не то к тебе тоже ночью под подушку заползет вот такой червяк-пришелец и, так сказать, поизучает твое тело. Тыкни на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию про пришельца, если, конечно, она будет. И, конечно же, подписывайся на мой телеграм-канал, чтобы меня не потерять, если вдруг YouTube заблокируют. А я пошел искать свою новую жертву, пока.